Так, раз-раз, доброго вечера. Здорово, спасибо. Так, продолжаем у нас сегодня со Стингером БО3. Вчера закончили победкой. Интересно, города можно вычеркнуть? Они не генерились на рандоме. Доброго, доброго. Так, проверка связи, связь на Амана. Со связью все хорошо. Контакт есть, да. Спасибо за контакт, контакт в порядке. Так, ну что там по времени? Канал. Сейчас синий выберет, чекайте. Здорово, Арминик. На красном вчера проиграл. Выберет синим. Синий. Так, а какими городами мы играли? Некром. Болотом. Некроболотом. Некроболото. Ну, мы никак, по-моему, не пофиксим. А, он красный. Блин, не. Стингер, смотри-ка ты. Тупает. Да, это G плюс U со старой диплой, блин, цита.
8xm8 сыто против причала. Ну, короче, рестарт от нас будет однозначно. Я не знаю, что тут должно мне сдать, чтобы я тут заплюсовал. У нас только диплу сейчас схватим сразу. Да, может быть будет. Варвар-дипломат? Ну да. Не, на самом деле Фиона может получить. Можем в этом. Здесь можем получить. Плюс фонтан есть тут. Велинг какой-то. Как-то норм. Надо сегодня. Ну, сорян. А, кстати, Калиморикс, это не ты заказывал случайно вызов на дуэль на Г плюсу? По-моему, ты. Я вчера смотрел заказы. Ну так что с твоим заказом делать? Он давно висит. Я тебе предлагал решение, ты что-то как-то, я не помню, чтобы как-то отреагировал на это. Блин, волка просрали. Я тебе предлагал состыковаться по поводу игры. Договориться. Я могу вернуть баллы. Ну, если у нас есть неопределенность в этом. Что нам делать с твоим заказом? Он просто висит, глаза мозолит. Угу. Блин, пушка и может напасть. Человек расслабиться пришел. Ну, может быть, и пришел, но заказ-то он сделал. Я говорю, я могу тебе просто вернуть баллы, а ты подумаешь, что, на что их потратить дальше. Ну просто раз висит давно, как бы мы с тобой никак на игру не договариваемся, никакого экшена не происходит. Витамина, кстати, есть. Так, а у нас, может, еще некроамулет где-то будет? Раз и некроамулет. И сапоги. И ПКМ. Нет? Такого счастья. Ладно, ждем. Можно в пятницу сыграть, если свободен. Пятница. Так, а пятница. У нас. Первое. Так, нет, я на вокзал еду встречать супругу. Скорее всего, буду не выспавшись. Не, пятница плохо.
Пятницу не гарантирую, пятница плохой день. Мне просто с утра надо ранним утром ехать на вокзал. Как там дальше пойдет, не знаю. Ну, не знаю, во сколько буду готов сыграть в пятницу. Нет гарантии. Так что пятницу, наверное, нет. Здорово, Жбан. Здорово. Универ, к сожалению, не имеем права проверять. У нас только один рестарт. Вернуть баллы? Хорошо, сейчас сделаем. Так. Готово. Так. Мос, Монастержа, МТДЖ Бускарос осталось отыграть. И от Арменика Фаерволк, да? Ну да, ровно два заказа осталось. МТДЖ Бус и Фаерволк. Да, вчера знатный этот универ был у этого. Стингером. Опять ММ6. Здорово, здорово всем. Нравится. Так. Он... О, здесь проход даже. Ну, поехали. Еще в дипла, скажите, в хатке был. Так, чё там, чё-то кто-то... Собаки, что ли, тут мясо грызут. Запахло курицей.
Две зефы просто отлично. Вот это вот не отлично. Один, один, понятно. Понятно. Да, нет, здесь нычка капитов не нужна. На ММ6 нет. На XM8 может быть. Чем разница шаблонов? Ну, ММ6, видишь, тут выход с респа такой лайтовенький, и дальше там идут денежки, тоже можно пособирать. Дальше легкий экран, город. А 8XM8, выход с респа, две ближайшие зоны, нету городов. И просто там, может быть, на дороге орда циклопов стоять, реликты хранять. Вот это называется хардок. Вот. Ну-ка. Блин, какой замок ему опять достался, а? Причал топовый город. Так, ну что, гарпиш, что ли, грейдим? Хотя не, какой гарпи грейдим? Надо было эту строить, блядь. Плюс 1000. Лопух. О, наши ребята или девчата, как их назвать лучше. Тут можно пробить, да? Минус и этот. Блин, неплохо пока. И обзорка еще, да? Так, ну цельку сюда, наверное. Нет, сюда цельку. Цельку сюда. Так, а денег что нет больше? Там деньги есть. О, как хорошо они куда стреляют, а? Шикарно просто.
Че, имеем деньги, имеем. Имеем деньги. Неплохо валяются. Угу. Изу может пойти. Минотавров можно сразу забрать. Минотавров забрать, отпорталить. 6 минусов будет. У нас 6 минотавров. Ну да. Потом 12 минотавров. Если построим, будет совсем много. В общем, наверное, циркой будем нападать на Минотавра. Я думаю, она там лучшая будет. У нас еще две хижины ведьмы. Две хижины. Самое главное с первых дней экономить таймер. Экономим таймер с первых дней. Помните, да, вчера как было? На таймере все жестко. Кто смотрел? Руки легиона, ну, руки легиона такая хрень, конечно. Я даже брать не буду. Здесь, по сути, нужно стартовое войско какое-то. Если конца маленькая, то я бы не стал упарываться в Минотаврах. А упоролся бы лучше в гильдию магов сразу. А мне кажется, ошибка, то, что я не построил сразу этот. Плюс 1000 опыта. Опыта надо построить прямо сейчас, наверное. Я думаю, портал Минотавров подождет. Не к спеху он. Так, армия у нас здесь. Армию сейчас передадим. Обратно встанем сюда. Тоже, наверное, вот так вот сделаем. А, мы сюда пошли, но по другому пути. Двойка берется 12 минотаврами строить, минусов не обязательно.
Нифига себе. Злобные волки. Злюкин Собакин. Злюкин Собакин. Так. Успехи. Не то. Так, ну с гаргами я бы не стал воевать, наверное. Есть одна стрелочка. Там много, кажется. 40 штук. Так, ну что, делали с легким испугом, да? Так, и что здесь делать? Так куда-то вставать туда. Значит, вот это пробивать, наверное, будет. Гарпи вечно убивают. Куда вот они летят на смерть-то?
Так, всем доброго вечера. Я не успеваю работать все сообщения, проследить за вновь появившимся, потому что таймер пытаюсь подсейвить, который очень нужно, чтобы был. Притухи, блин, ты. Так, мы, кстати, вот этих, наверное, убьем. Блять, подставил. Чего можешь кого купить? Есть кто достойный? Алло, достойные. Одни упыри. Топа. Ну, топа. Мало интересно. Но хорошо, что она есть. Так, что делать будем? На цельку передаваться? Цельку здесь зачистит или нет? Не зачистит. Будем ли мы строить минотавров или не будем? Не, ну глаз-то точно воткнем. Можно сейчас ГМ построить на самом деле. ГМ ускорится. Здесь разведку сделаем, наверное. Смотрим, что есть камушку. Здесь разведку сделаем. А, вот эту пробить штуку. Да. Сразу эту сторону. Можем сюда на низ передаться. Низ передаться здесь пробить. Можем здесь пробить. Так, сверху надо еще шахту пробить будет. Да. Пробить надо будет. Ну, это, кстати, можно тоже уже этот. Сейчас разбивать под ману домой. Ну, тут колодец, кстати. И улик колодец. Ну, типа улик попробовать взять. Попробовать взять улик.
прохладная тема с этим уликом, мне кажется. Охренеть, заклы. Блин, что-то денег-то особо-то нету. Точно мне сюда нужны? Мы просто здесь посмотрим и не пойдем. Не, лучше сюда, кстати, идти. Поинтереснее выглядит. А свиток, свиток, свиток. Какой свиток? Я какой-то свиток не взял. Но свиток, свитков контроля здесь нету на респе. Поэтому, по сути, свитки мало интересны. Это на клаше мы их собираем, здесь мы их не собираем. Тут на ресурсы достаточно богато у нас получается. Единственное, с серой, да, проблема? Выше коров? Не, ну первого уровня, да, свитки интересны, конечно. Так. Блин, спиннов я бы пробил.
чекнуть, что вверху. Да, там походу бабки есть. В любом случае эти ресурсы нам интересны. Блин, отделил мало. Ну, а что он единичку не... Только думаю, на моралях бы не убил. Единичку, а то... Так и так летать придет, надо было поделиться нормально. Капец, детки, вы чё? Что творите? Пахнет сильно. Ну-ка. Капец, блин, уже. Здорово, здорово. Здорово, Илюха. Илюха. Так, ну здесь только маленькую, да, бьем. Нужна нам сейчас армия. Здесь можем поковыряться мы. И сюда выдвигаться будет. Так, давай чекать вот эту, наверное. Уха. Братуха, братуха. Братуха нам не нужна. Так, да куда у нас добегает герой? 420 мувов остается, ни хера себе, надо бежать. Так, а вот это мы будем пробивать? Или это оставит разбивку? Вот это. Так, сколько мы коров? 105. Может коров попробовать? Вот этот, от того самого. Удохать. Илюха ждет ПКН. Кто-нибудь еще ждет ПКН? Так же долго, как он. О, замедла, кто там топил. Давай попробуем коровок. Ну, коровки опасные, конечно. Страшно, бля. Мы в цельку верим. Она справится. Стрелками их почикает. 15, походу, да. Так, ну рельеф хороший. Рельеф спасает. Два не пробьем, наверное. Блин. Это спасает. О. И мораль работает.
Так, ну надо тут перекрываться, наверное, скорпиями. Рогов зря отдал, конечно. Так, они же здесь не пройдут, это очень хорошо. Так, это первое ходит. Это. Блять, я этот. А, ну ладно, она же все равно первая ходит. Мы свалим. Ай-яй-яй. Ну, кстати, маленький этот. Махонький. Ну и что делать будем? Мне жалко три гарпи эти разбивать. Любой герой, по сути, берет. Да и здесь, наверное, просто встать можно. 800 мулов просто в жопу, да, улетит. Вот жалко. Много. Делать? Что делать? Что делать? Разбивать цирку. Ну, по идее, наверное, по-хорошему. По-хорошему разбить надо. Так, если я пробью... Не, пробивать не будем. Верными. Ух ты, нифига себе у нас, какой герой здесь пришел. Его надо будет точно покупать. О, Сасха, здорово. А я что-то это... Проебал момент. Я тут уже ворвались сколько. Уже тут оживленные беседы идут, да. Я только этот. Сигал, здорово. Жбан, я не знаю, со Жбаном здоровался или нет. Владимир. Вот еще. О. Зачем ПКН? Патриот, здорово. Так. Так, ладно, мы тут убивали, что ли, зря. Это брать надо будет. Буду я Минотавра строить или нахер? Thank you.
Ну что, сможем мы вот это 6 уток осилить, двадцатку? Или хер? Осилим, не осилим? Да что у вас, полтос. Идите-ка нафиг с этим полтосом. Так. Давай попробуем с двадцаткой пообщаться. Так, давай, наверное, вот так. Так, да. Так, а кто у нас будет брать? Это не пробили. Танцу. По идее, ЦЛ-ка, да? Туда зайдет, разобьется. На седьмой день встанет и с замедлом двушечку бахнет на седьмой день, по идее. Главное далеко не уехать. Блядь, это что, минус Минотавр сейчас будет? Ух-ух-ух. А нет, пусть. Повезло-то как. Как же повезло.
Что-то жестко тут. Сотка кентавров, да? Давай вот здесь встанем тогда. Пока этот обратно добежит. Вот их трогать не будем. Блин, я же этого еще хотел купить. Делать. Денег хватит. Тут герои? Какие тут герои? Просто вау.
Так, ну где-то вот так, да. Улики, да? Улики — это хорошо. А каламара бы купил. Что пойдет? Там улик. Может, мы зря все бабки потратили? Сейчас город найдем и ничего не построим. Ну это капец какой-то. Могли быть сейчас с маной, да? Нету рынка. Да тупо бабки потратил просто. ГМ-2 построил без этого. Надо было рынок ставить. Так, можно цель разбить, да, целька, и тут змеев, хотя змеи опасные, надо монополии будет.
Так-то армия у нас хиленькая на самом деле. Болта нету, надо болт хотя бы этот переучить. Подземные катки? Ну не знаю. По-разному бывает на самом деле. Сложно какие-то параллели сделать, мне кажется. За данж на самом деле под землей очень хорошо. А за данж прям, я бы сказал, лучше всего под землей. Потому что плюс один к скорости на родной земле — это гораздо проще все делает все объекты. Так, ну сера есть, тут ГМ, конечно, ударными темпами сейчас пойдет. Сейчас она ТП может учить. Можно резурект Таламара брать. Так, у нас город у первого, да, появился у Степернинга. Лога, конечно, хорошо. Блин, сплетится даже еще не. Надо подумать, кого бы цель смогла забрать. Так, ну чё, будут сражения. А куда это? Давай, наверное, этим сюда. На 114 маны было бы. Не вижу, куда идти, кого бить. Можно тупо просто бежать и строить ГМ, да? Так, а тут у нас вампы, вампиры. Вампиров можно на мане отхуячить. Замедляем. Вообще. Даже вот этой маны хватит. Проесть. Хуячить прямо сейчас попробовать. Так, сколько? 700, да? Ну я точно без маны буду тогда. Так, 19 минусов, глаза.
Вот такой армии, да, напасть на ту его кучу вампиров. Так, и можно, кстати, эту же Анну. Собака с ума что ли сошла? Чего тебе надо? Лежит там, лежит на подушке, главное, гавкает. Ты чё мне в ухо-то гавкаешь? Блин, слоу спало. Ой, блин, убас. Просто вот минус две утки. Не досмотрел. Да, Ламара куда вести вообще непонятно. Если... А у меня денег даже нет его разбивать. А почему именно коровы? Я должен их шотать, по идее, если не буду шотать. Ух, нифига себе, это типа повезло. Так, ангелом я просто отлетел, да?
У меня где-то виверны были, говорят. Ну вот големов не могли сразу положить. Так, а флакс у нас есть? Флакса нету. Ладно, побежим. Верные единички. Ура! Верные единички. Блин, а тут что, города нету? Кстати, стингер может быть. Или вот здесь город все-таки. Да, скорее всего, там город. Желательно, чтобы это флагс был. Кстати, отличная тема с этим. С погостом. Надеюсь, как у Стингера университет тут. Ой, флакс, вот это халява, конечно. Привет от Бараторча. Йо-хо-хо. Не хотелось бы перехаживать, конечно.
Ну пипец, блин, жесть, да? Там у нас аншлаг, что ли, в лобби сегодня? Лобби, лобби, жив. Даже мы с Илюхой играем. Мне кажется, жбан это все из-за тебя. Вот. Ты, мне кажется, перегруз организовал. У тебя нет такого чувства? Такой тяжеловес ворвался в лобби, и все, лобби сразу сказала, что ему плохо. Блин, а почему мы не на приватном сервере сразу, а? Просто самое херовое это перехаживать. И с коровами опять драться. Панду досит, думаешь? Сколько еще ждать будем? Давай еще минутки три, наверное, и прерываем. 3 минутки и прерываем. Или что? На приват идем. Я гружу сейф. Блять, вот перехаживать самое херовое. Ну, ладно бы там какие-то эти, но тут эти у нас просто. Коровы, я за коров. Парюсь. Да утки вообще грязь, эти 6 уток, похеру. Сейчас бы за уток переживать. Так, что-то у меня чай остался, нет? Так, сейчас я Стингеру напишу. Так, Стингер пока не написал. Да понятно, что у всех висит.
Это не может у одного сервак-то общий. Я просто жду, пока Стингер этот, может, он отошел. Так-то по-хорошему. Надо идти, и все. Кто там у Стингера сидит еще в чате? Напишите ему, что я ему в Дискорде написал. Что мы... А, вот, все, ответил. Гоу, все, поехали. А, это я коров уже пробил, что ли? Я не понял. Я уже пробил коров. А я парился, что за этот бой какой-то. Так, 90 маны, да? Блин, тут без шапки мы сидим, да, так-то. Так, ну это типа разбиваться куда-то нужно под какое-то взятие. А что мы будем брать? Что мы будем брать? Эту мы и так ложком. Как ложком. Коробку вот эту. Можно и коробку эту. Денег, кстати, как-то много.
Так, а где же мы разбиваться-то будем? Здесь будем строить. Здесь, по идее, тоже ГМ бы строить. Здесь вряд ли я что-то пробью. Можно, кстати. Сюда, да. Ну вот здесь разобьемся завтра. Сейчас смысла не вижу разбиваться. Можно, кстати, рынок построить. Прямо сейчас ГМ не нужен. Вот еще таймера сэкономили кучу. 9166, да? Ну вот здесь может быть машина, опыт, может быть этот. Заклы. Могут быть заклы. И вот это срочно проверить. Надо на наличие какой-нибудь диплы, земли. Можно портал построить. А, да, кстати, плюс 3 минус. В лобби лежит. Мы, да, мы в лобби играем на приватном сервере. Ну, по идее, циклопов надо брать, циклопы на пилиться. Так, что нам капнет? 1750, да? 1750, сделаем разведку, наверное, налево. Дипломатов нет, это херово. И машины нет. Это тоже херово. Так, а гильдия у нас четвертая, да, сейчас будет? Четвертая гильдия, мы ее сразу перестроим. Мы ее сразу перестроим, да? Хорошо. О-о-о. Так, 15 минут времени у нас, это отлично. Деньги собирает этот. Нихера не собирает. Хотя нет, есть что собирать. Как раз сера нужна. Так, аламар налево пойдет, или аламар сюда за это за. Сколько у него останется? 1000 с чем-то, да? В принципе, аламар может сюда пойти. Да ну нахер. Блять, Артём, ну чё так неспортивно, ёбаный насос.
Что там у него было-то? Что он? Почему он так написал? Кто этот? Кто за Стингером смотрел? Почему такая шляпа? Залился? А где залился-то? Блять, эксперт диплей, ёба. Что по армии-то? А где армия у него? 17 глаз? Где армия? А, 4 гиганта. Гиганта. В каком многобанке он слился? В этом? Или в этом? Не, ну в этом невозможно слить. Он в этом многобанке слился? Нахуя ему вообще деньги нужны? Алло, блядь, Стинкер, блядь, какие деньги, нахуй они тебе нужны? У тебя вот направление. Артём, Артём, ёбаный стук. Ну вот, пожалуйста, иди сюда, зачем тебе этот многобанк, алло? Не понимаю, эксперт дипломатия. Многобанк пошел. Ему даже тот-то не нужен. Хуй знает. Не знаю. Я бы на его месте просто на всех бы нападал. Кто-нибудь бы заджойнился бы. Ну вот эти не хотят. А эти? Кстати, эти не хотят. Джойнов. Может, эти хотят? А эти? Не, ну эти-то хотят. Какая-то кривая дипла у Стингера. Он с расстройства, что ли, туда напал? Так, ну-ка, что тут у нас было? Я целька вот это бы брал. Лого. Лого хорошо. Ну, кстати, улик, да? А мы всех уток просрали. Так, ну вот здесь у нас еще вот это было, да? Это мы взяли. А, я ему спасибо за игру не написал, да? А, сейчас. Так. Блин, вот так вот победим. Победили. Да, Артём. К по лесу, пожалуйста. В смысле этот? В рамках... Я понял. Я пытаюсь понять, это в рамках следующего БО или следующее БО оставить на следующую неделю, как и договаривались? Или просто предложить еще ему БО? Ой, еще просто одну катку. Пытаюсь понять. Ага. Так. Рагу? Я рагу написал, да? Рагу.
Так, а кстати, я хотел посмотреть, что в этом было, да? У нас утопка была, и я хотел посмотреть, что у нас давали в гэме, да? А, гэм хотел посмотреть. И у нас еще вот здесь вот этот, змейки были, да? Змейки, змейки, где там? Здесь вот коробка еще. Могли магию дать. Опа-на. Нашечка, ну тут куча опыта. Э, ну весь огонь, конечно, нет. Не то пальто. Ну, утопы были. Так, это половая. Мне вот интересно, дипломатик кто-нибудь у меня получал, нет? Что он пишет? Не хочет Г плюсу. Не хочет, так. Ой. Тут еще Илюха предлагает L200. А уф! Деньги как... Так, меч плюс 5, кстати, мы видели бы. Меч плюс 5 бы, наверное, увидели. А, я же хотел проверить магию, да? Тайник, да? Я проверим, что давали. Быстренько по фасту. Блять, не могу посмотреть, пока этот ходит, да? Висит. Компы ходят, хер че посмотришь. Давай гуглит, а то пересадка неудобно. Оперативно. Ответил. Так. Чувствую, у меня тут собака где-то воздух испортила. Блин. Собака, она тебе... А, и свалила, главное. Вот это нормально вообще, а? Собака, тебе не стыдно? Ты где? Навоняла и ушла. Пиздец. Я думаю, что глаза режет. Ну, собакин. Да. Тяжелый случай. Да, собаки тоже иногда так делают. Даже тут чувствую. Пипец, главное, навоняла и ушла. Сама, главное, ушла. А я тут. А ты сиди тут, да? Да. Сейчас быстренькую построечку. Оп. А, тут третий только. Блин, я ждал все это время. Блять, 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 блять. От Саски тут косарь еще залетел.
Спасибо огромное. Так. Так. Ну что, поехали? Но будет несправедливо, если... Я понял. Спасибо, спасибо большое. Если опять без ПКН. Блин, я его пытаюсь собрать. Этот ПКН. Настолько части. Опять он монетку выиграл. Хотя какая разница, он красный цвет берет. Вообще похеру. Красный, окей, не вопрос. Красный так красный. Города убери. Оп. Оп. Так что... Что там еще было? Так что... Типа не будет генериться, что ли? Что, какие города-то убрать, я не понял. Накрывает он уже. Ой, Илюха, блядь, ты этот... у тебя не Андерсон фамилия? Случайно. Хорошо, давай я по-другому поставлю вопрос. Ты хоть раз играл Г плюс У? Илюха, ты играл Г плюс У? Признавайся. Хоть разок. С кем-нибудь. А загрузка против компов не считается. Вот просто один на один. Да, с котом, но он нубас. Угу, ладно, хорошо, спрошу у кота. Так. А, не работает вычерк городов. Блин, у него еще и кастл пришел. Плюс. Сингер сразу плюсует. Ну-ну-ну, давай-давай, выебывайся. Блефуешь, ведь. Так, так, две консочки, кстати, две консочки можно играть на самом деле. Так, ну ладно, давай туда. Давай туда. Блять, а подземка это плохо. Подземка это говнорельефы всякие. Может, Лойнис дипломатию сразу возьмет? Лойнис, давай, друг. Ты же этот, из клериков. Они самые дипломатичные ребята. Так, собака вернулась. Собака, ты чувствуешь себя виноватой, нет? Признавайся. Так, так, так. Двушечка, да? Хрен пройдешь.
По-любому ждала. Еще сюда и все. Обзорка есть, да? Я не знаю, 8x8 можно сыграть, но если честно, против Касла играть не хочется, и видя, что у меня трэжи ведет в подземку. Подземка — это прям совсем грусть. Там может быть лютый блок какой-то, который не обойти. И это будет самое печальное, наверное. Короче, две двушки, в принципе, играть можно. Лойнис тоже норм. Но, если честно, я не хочу это играть. Мне вот это вот в угол упирающаяся тржа. Да ну нахер. Нет, тут дело не в монархах против архов. Если бы у меня хотя бы вот трыжа была бы этот как-то, ну, человеческая какая-то на поверхности, да? Просто в подземку трыжа — это прям совсем плохо. Ну, я объясню, то есть здесь может быть там за рельефом может быть очень крутая охрана, и то есть она просто меня... Ну, скажем, ну, даже вот 40 грейженных циклопов, к примеру, да? Охраняют, например, какой-нибудь артефакт. Даже не реликт, артефакт плюс, к примеру, там, улик, да, все. А, чтобы их пробить, ну, не знаю, это чуть-чуть меньше, чем ГО на джебе. Тут нужно просто весь респ вылезать, чтобы без особого этого, да, кача. А тут такого кача может не быть, как на джебе. Четыре ангела — это херня против них. Вот, если тут... Вот, теперь у меня кастл. Блин, а у него рампарт, кстати. Так, и что там по дипломатам? Есть еще кастл и еще куча рампартов. Кстати, Лойнис снова есть. Снова 8x8, кстати. О! Ни хрена себе, смотри, какой артефакт. Илюха! Илюха, ты здесь? Нет! Смотри, Илюха, мы близки уже. Ты видел? Гробик есть. Впервые радуюсь гробику. Осталось какой-нибудь тисру витамина найти. Так, Валеска. Ну, Валеска ни о чем. Ага, у нас уже две палатки. Запасная будет. Так, а что у нас этот с двилингами там? Нет? Кроме монахов есть что? Кстати, вот эта вот штука классная. Так, давай Валеску купим. И отдадим ей грифона. А что строить будем мы, кстати? Будем что-то строить. И как... О! О! Так, стоп, это точно? 8x8. У нас, типа, две дороги в трыжак. Типа, сюда трыжак и сюда трыжак. Интересно. Не, на самом деле прикольно. Единственное, что респ ни о чем, да? Если двилингов нет, тут не так-то легко будет все. Так, нужно ли мне сразу грейдиться? Вопрос. Либо 1000... Не, наверное, сразу. Сразу, чтобы все быстро пробивать. Я думаю, мы, наверное, вот так сделаем. Купим еще героя какого-нибудь, типа Лорелей какой-нибудь. Да, рефьюга на самом деле классно. Тут надо Лойниса качать.
Этот стиль немножко отличается от прошлой издачи. Так, лунище еще, кстати. Лунище тоже отлично. О, Лойнис. Ой, красава. Айда Лойнис. Айда Лойнис, айда красавчик. Я вот ни насколько не сомневался. Ну, все зависит от Стингера. Будет ли он брать рестарт. Там-то, в принципе, Рампартик. Рампартик тоже норм. Легкий, говорит, 1-1 от Артема. Ну да, конечно. Я тоже думаю, что Рампарт рестить. Рампарт, в принципе, тоже такой город неплохой. Тем более у него еще и герой хороший зашел. Все зависит, насколько у него по раскладу понравится. Если у него расклад не понравится, там или этот, то он может психануть, либо залиться может. Так как в запасе рест-то есть. Тем более 8x8 он хотел сыграть. На MM6 он два раза проиграл. Эмма, ты чё ходишь? Иди сюда. Иди сюда. Тебя на диван? На диван хочешь? Иди сюда. Иди сюда, собака. О, такса тяжелая. Это ты навоняла, признавайся? А? Это ты была? Отворачивается. Так. Так, ты на диван хотел? Иди. Что-то Артем ходит долго. Так, у нас сундучок денег есть, да? Очень фотогеничный собакин, кстати. Ну, собака такая, да, прикольная. Мы, кстати, нашли где-то этот, не помню, вот копию нашей собаки. Супруга нашла у кого-то на этом. Короче, фотография где-то, то ли в инсте еще, ну, месяцок назад, то ли где-то в ВК, не знаю. Сейчас зарестит. Зарестит плохо, так как у нас уже есть дипломат. Уже дипломат есть, и просто две трежи, это кайф вообще, просто кайф. Тем более одна на траве. Есть деньги, есть кач, то есть два гномника. Мичка беспонтовая есть. В принципе, все очень даже неплохо. Есть потенциальный джойн уже, да? То есть вот, в принципе, вот этих ребят оставить под джойн. Это шикарно будет. Сундуки берем только на этот, на опыт. Я вот думаю насчет луны. Нужна она мне здесь или нет. Вот это надо отбивать еще будет. Он очень много времени, да, гробик плюс есть. Ну тут на самом деле ПКН сложнее собрать. Тут еще и некров нету, кстати. Ни одного некра. Как назло, соберем ПКН, некров не будет. Ну, кстати, он тратит времени, 8 минут у него еще. А я что-то вроде давно походил, а у меня 7. Значит, он воюет постоянно, нон-стоп воюет.
Опа-на. Здорово, плюсик. Ну, нормально, чё, найс. Так, ну походу сюда Лойнисом бежим. Бежим туда. А тут еще иконс до хера. Ну слушай, неплохо, неплохо. Мне респект нравится. Так. Забыл про эту долбанную гарпию. Ой, крипт, отлично, отлично. Вот сейчас мы прокачаемся душевно. Бля, ну я не могу воздух скипать. Это единственное, что я тут буду брать. Все, денег нет. А луну купить, блядь. Так, сундук не трогаем. Он в опыт пойдет. Так, все, экономим. Экономим, экономим. Кстати, здесь еще этот есть. Колодец, это вообще отлично. Значит, можем молитву юзать, да? Нужно диплу прокачать. А как мы прокачаем диплу, если мы уже воздух взяли? Но воздух, от воздуха нельзя здесь отказываться на этой карте. 4 ДД это... Сейчас получается, мы вообще ничего не берем. Качаем только дипло. Ну, то есть все, что есть, качаем. Преимущественно дипло. Логу, землю, если дают, не берем. Но мы сейчас передадимся, видишь, я тут как раз таки ставлю героев, чтобы можно было тут как-то передавать армию. Две консочки неплохо. Правда, очень далеко друг от друга находятся, но это ладно. Это уже другой вопрос.
Так, кто не смотрел до этого вообще, в принципе, G плюс U и не понимает, в чем здесь разница. То есть в прошлый раз мы играли 8M6 Double. Это второй шаблон, который генерится, всего два. Один вот тот, который играли до этого, оба раза причем. Второй вариант шаблона это 8XM8, где вот здесь, ну то есть на респе, видите, такая лайтовенькая охрана, да, вот какие-то объекты, тут все в принципе такие охраны. Самое сложное это вот это, да, тут самая злая охрана. Но как только мы выйдем за респ, а респ это, он заканчивается после вот этих шарпов и после вот этих гог, то есть с этой стороны трежа и с этой трежа. Здесь будут очень злые монстры, прям их дохрена будет. И важно сюда выходить уже либо с какой-то армией хорошей, прям с мощной армией выходить, либо выходить сюда с дипломатом, с прокачанным героем. Вот. То есть, если нет ни того, ни того, то у нас будет все плохо, печально, и мы обречены. Ну вот, по факту. Нужна армия, ну, то есть нужно хорошо собрать респ. Нам повезло, нам дали дипломатию. Поэтому весь упор кидаем на то, чтобы прокачать этот навык. Но воздух игнорить нельзя. Так как 4 ДД с экспертным воздухом. Вот. Блин, мне кажется, точно у тебя фамилия должна быть Андерсон, Илюха. Один-один? Нет. Кстати, надо просто поменять. В БО3 мы победили 2-0. Так, я сейчас просто уберу. Что это не БО3, что это просто противостояние. Минималка, кстати. Блин, а минималку можно попробовать. Можно попробовать. Так, а там колпачки, да? Колпачки, засранцы. О, дерево с уровнем. Очень хорошо. Убили ящерку. Блин, а я армию сейчас, да, не передам. У меня армия будет тупить сейчас целый ход. Ладно, пофигу.
О, хорошо пошло. Как же хорошо пошло. Так, ускорение. Блин, Пикимены может приджойниться. Вообще было бы бомба. Зорка, тут это есть. А тут так-то интересно. И деньги есть. Много чего тут есть. Эти приджойниться будет классно. На продвинутый дипле к доминирующему стеку могут и. Да, совершенно верно, Илюх. Я тоже так подумал. Так, может, надо денег попридержать? Ну, в смысле, сейчас ничего не покупать, ничего не строить. Сколько надо денег на этих? Рынок какой-нибудь построить. Чтоб деньги были на джойн. Чтобы деньги были на джойн, да? Ну, дешевый, не дешевый. Я победил. Идемся. Так, Лойнис, мана. Блин, ну, в аккурат успеваю, да? Ну. Они хотят жениться. Хотя и какие. А ведь могли. Ну, блин, с этим драться надо, да? А есть варианты не драться? Здесь разбиться? Ну, ой, капец. Так, этих просто прожечь можно. Так, можно здесь пособирать. Ладно, давай сюда бежать. Делаем. 10 лучников осталось. Дерево? Что-то я не вижу дерево. А ты где его увидел? А, вот дерево, кстати, точно. Я вот что-то...
Так, давай с вардов. Я, наверное, все-таки этих снесу. Пофигу на потери эти. Ничего не поделать ей. Так, а кто пробивать будет? Сколько? О, да? Раз. Если вдруг во вход пойдут. Так, 7400, да? Сейчас еще уровень дадут. Зомби мана не осталось. Каких зомби еще? Вот эти что? Да на кой черт мне эти зомби нужны? Луной туда еще ехать. Слепо. Возможно. Ну, экспа то, что да, может Лойнисом. Сейчас посмотрим, два сундука хватит мне. Я сейчас, в принципе, буду вот это строить. Казарма, наверное. Казармы, конюшни, ГМ. Такие постройки у нас должны быть. То есть это у нас 5-й, 6-й. 7-й конюшни. Надо хотя бы этих, что ли, приживенить. Болото, болото, чертово болото. Так, сейчас еще уровень, да, и потом здесь еще уровень. Давай это рефьюгу тогда. Ой, блин, как их много. Как их до хера-то? 44. Ну что, и могу я лучше, нет? 44. 44. И что, мне остается 8 лучников? Да, я тоже думаю, что еще лучники уцелели. Так все, в принципе, плохо, как могло быть. 3 быка. Чтоб вам. Быка. Ладно, быки это все-таки 5-й уровень. Нормально.
Какие все-таки пятый уровень? Так. А, нет. Короче, кач нужен везде, кач. Все бить. 39. Нормально. 40 этих. Это кач. У нас же была запасная палатка, да? От земли отказались, прикинь, да? Две тысячи злотых отсутствуют. Блин, 200 еще надо опыта. Опытом. Капец как. Я заберу все. Я просто тут иду, зачищаю все. Зачистка территории происходит.
Ну капец, блин, уже сколько до следующего уровня? Еще 2500, дипломатия. На последнем этом, да? Да. Ну вот и сундук пригодился. Так, а что мы денежки-то пособираем? Блин, а мне сейчас нужно строить. Что-то строить, а у меня денег нет. Воры! Воры, бля! Воры здесь. Воров надо джойнить. Сундук на деньги, а зачем? Денег нет, скупаться. Ну да, так у меня, да реально денег нет, кстати. Надо брать, брать надо. Начхана. ГМ и конюшни нужны. По идее. Ну, по идее, сейчас ГМ, наверное. Завтра конюшня. Хотя какая разница? Конюшня надо. Потом ГМ. Так, этих я не буду, наверное, пробивать. Вот там деньги есть, вот там склеп есть. На него идти долго. Экономник чекнуть, вдруг какой-нибудь минимальный будет. Найс пик закрыл, да? Ну да, 10-15. Но такой армии, наверное, я бы не полез уже. Слишком она у нас предела, эта армия. Надо тупо, наверное, в город идти. Дождаться. Так, Лойнис, мне кажется, просто сейчас домой зайдет и будет стоять дома. Будет дожидаться этого. Ну и будем конюшни строить. Начнем ход с конюшен. Попробуем вот эти потом сразу взять два. Джойнить этих и дальше туда. План, в принципе, простой. Так, ну вот, сидит Лойнис. Кто-то получил конюшню. И, наверное, в крипт, я думаю. Блин, а в крипт я не пройду? Или пройду? Блин, тут с этими еще драться надо. И создание. Ай-яй-яй-яй-яй. А что поделать?
Так, стрелочка, масхаз, да. В принципе, логинс хороший уже. За неделю нормально его качнули, жалко дебло не успели. Но 2500 нужно докачать, потом напасть на них. Если вот здесь 2500 мы найдем, то в принципе будет все зашибись. Так, слушайте, а у кого-то благо же было, да? Да, благо обязательно нужно передать. Так, сколько у нас сейчас денег будет вообще? 1000 всего, блядь, всего 1000. У нас денег будет всего 1000, поэтому нам очень нужен этот. Хлеб нужен. Желательно, наверное, не Макси. Макси, наверное, будут проблемы. Нам эти еще потрепят нервы. Так, у нас рынок есть же, да? Но если что, наменяем ресики. Да, шанс на воров, конечно, на джоин есть. Блин, жалко, ангела не взяли. Ангелом все изи было бы. Могли, по идее, взять его. 50 пик, правда, мало. Маловато. На кабанах нельзя качнуть? Кого на кабанах качнуть? На каких кабанах еще? Значит, не понял. Каких лойниса на кабанах? На этих, что ли? Не, лойнис у меня сейчас выйдет, он пойдет вот сюда сразу. Но для этого нужна какая-то армия, там, пикеменов хотя бы штук 60. Не просрать бы их в крипте. Ну, по идее, пикеменов по-любому дадут, плюс прирастет. С блесом, с масхастой и должны справляться. Ну и здесь может подфартить, да, здесь какого-нибудь подогнать. Монстра классного. Чек не рефьюгу, так вот придет сразу чек, ну конечно. Тут главное, чтобы вот сейчас, знаете, что нас может заруинить? Макси. Вот это будет проблема. То есть по факту нашей армии не хватит на Макси 2 гномника. То есть нужен хотя бы один маленький сначала. Но это 8x8. Вот, я объясняю, что такое трежа. Вот, мы выходим с респа, и начинается вот такое. Вот это самое лайтовое. Ну или вот это, не знаю. То есть охраны вот такие начинаются. Веселые. То есть так просто их не пробить. Чудиков не ломанешь? Ну, ломану, наверное. Как-нибудь. Чуть-чуть только этот. Нужно весу прибавить. Сразу ломанем. Я вот думаю, может сейчас купить героя все-таки и сюда еще прислать подмогу. Это тут, ну... Крипт большой, это... Жестко будет сразу наменять.
Люди забыли. Некоторые люди даже первый раз видят его. Не думай, что ты все знаешь. Проблок шаблон. А, кстати, Стингер нам дипломатов не показывал, да? Все это доп. Экспо, да. Стрелковая охрана от души раздала, да, есть. Ну, а на самом деле это ерунда. Пробить не вопрос. Главное сейчас раскрутиться вот на этом пятачке. Так, капнет нам косарик, да? Наменять мы можем, я думаю, полтора. Ну, то есть герой плюс кубка пикеменов, как грейт лучник. Я думаю, камни сдадим, эти горшки сдадим. Этот конюшню уже построили, поэтому нам особо строить-то нехер. У Илюхи настроение хорошее. У Илюхи всегда хорошее настроение, когда он советует у меня в чате. Первый полностью свободный вечер за 3 недели. Да пусть тратит таймером. Таймер тут этот. Он закончится, и проблемы начнут. То, что он тратит таймер, это хорошо. Торша 20 пикеменов и грифончика. Ох. Кайфуем. Кайф. Прохло, что у нас, что прохло? Подожди, какое
Какое, блядь, прухло? Подождите, подождите. Я что, тут зря, что ли, стоял? Я, вы видели? Я вот здесь, блядь, специально встал. Пробил 44, блядь, на первой неделе. Стоял здесь, курил. Думаете, это зря, что ли, все? Какое нахуй прухло? Все это было предрешено. Прухло, блядь, прухло. Ох. Ох уж эти папашки. О, отлично. Макси Крипт. Бля, мы таких бы пиздюлей тут получили бы, если этот... Так, а вампиров сразу, наверное, невыгодно бить, да? Или похуй. Или похуем. Хотя как похуем. Сказал бы, что похуем.